деревня Травкино под Казанью. Продолжаем отделывать каркасный дом. Утепляем покровной теплоизоляцией типа фол толщиной 70 мм. Полы также. Все полы утеплены. Подшивка идет снизу. Закрывается полностью доска, чтобы влага никоим образом не попадала. Сроки по сравнению с минеральным утеплителем сокращаются в 4 раза. Вот такая мансарда делается практически за день. Об решетку нашили, вот, фронтоны зашили и утепляем теперь по бокам. Все. По скатам. Вот так вот вплотную, в распор, все полностью единым полотном. Далее все полотна будут между собой свариваться монтажным феном. Для тех, кто уверен, что будет конденсат, нет, конденсата не будет. Вот. Он двухсторонний материал типа фол. Вот. Толщина 70 мм, заменит 210 мм минеральный утеплителя. Вот. Поэтому все будет выветриваться. Видите, вся стропильная система получается наружу, утеплитель внутри, соответственно, вся стропильная система проветривается. Утеплили полностью мансардный этаж деревни Травкино. Вот так вот. Вот. Утепляли толщиной 70 мм. Единым полотном. Сейчас проварим все стыки и получится замкнутый контур полностью. Вот так вот. Вот так вот произведено утепление. Материал, сами видите, да, по внутренней части стропильной системы сделан для того, чтобы вся деревянная структура оставалась со стороны крыши, для того, чтобы вентиляция была полной и все продувалось через софиты под конек. Соответственно, вся стропильная система остается сухой. На улице на данный момент жарко, вот, внутри помещения прохладно. То есть жару он не пропускает. Соответственно, также зимой он не пропускает холод, тепло отражает вовнутрь. Мансардный этаж утеплили. Утепляется он изнутри. Дом 6,5 на 8,5. Сейчас приступаем к обвязке каркаса. Крышное пространство завели полностью. Обвязываем каркас полностью. Далее все замки сварятся, углы сварятся. Все будет идеально. Второй этаж стропильной системы, видите, мансардный этаж утеплен с внутренней стороны. Первый этаж со стороны фасада, по внешней стороне утеплен. Все это между собой завязано, сварено, и получается все герметично. Оставляем, где стропильная система, продухи, чтобы выветривался конденсат, ежели такой появится где-либо. Вот. Ну и плюс ко всему, чтобы древесина вентилировала. Вот. Сваренный замок. Уже не отдерешь. Полезно. Вот утеплили полностью каркас. Сейчас зашиваем фронтоны. Фронтоны шьем.